Привет, друзья! Ну вот. Доброе утро! Долгожданный первый лед. Очень надеемся, что мы сейчас на него попадем. Мы стоим уже возле водоема. Приехали сегодня на озерцо вот такой дружной компании для того, чтобы открыть сезон твердой воды, да? Вот, надеемся, будет клево. Оторвемся сегодня. Долго-долго ждали, когда же все подмерзнет, замерзнет. Зима нынче почему-то к нам не приходит. Ждем. Ну вот, дождались. Давайте что, будем выходить. Ну а там дальше все увидите. Погнали. Ура! Пошли. Да! Поехали. Как приятно похрустывает, а? Взяли пишню с собой, проверяем. Все, Костян, рад. Рад сегодня, да. Я так ждал этой щуку. Первый лед. Ждяк. Круто. Позитивно. Это правда круто. Первый лед. У тебя вообще первый лед, да, Костян? Я включил, иду, полностью снимаю. Так, как вы думаете, кто пойдет первый? Я. Подожди, неправильно. Сейчас. Вон кто-то, даже на санках будешь ходить. Проверка. Чик. Сергей, у нас тяжелая артиллерия, если его выдерживает, можно ехать на машине. Не надо. Вот так вот он любит делать. Все, добро, да? Можно, да? Погнали. Ну, офигенно. Так же, как Праснер. Отступить тем же самым способом, да? Туда же, да? Наверное, идем вот туда, да? Щучий квадрат. Да, и оттуда, наверное, вот так же двигаемся, да, в поисках. Да, ага. О, здесь. Стандарт. Все, пошли. Сегодня ветерок присутствует. Так что засунули, друзья, сразу. Меняем. О, классно вообще, красота, блин. Справа. Ладно, включаемся. Ну, торжественная первая лунка 2020. Круто. Не больше, да? Ну и что там? Порядка 8 сантиметров плотнее. 8-10 примерно. Вот это первый лед. Первый лед. Ну что у нас? 4 ноября. День народного единства. Да. Всех с праздником. Все. Сало будет, нет? А, сало. Пойдет, нет? Вооружается. Ой, будем вставать. Что у нас там лежало целый год. Вспомни, да, где что? Да. Что-то? Костян что-то там фоткает. Я пошел сегодня. Я так вырвала. Сколько время, Костян? Я сейчас скажу. 8:03. 8:03. Друзья, время. Радостная новость. Серега поймал первого окуня. Окунечек. Спустя, наверное, минут 20, да? Да, время-то еще только начало. Можно сказать, что даже не рассвет, да? Да.
Да, время 9 еще нету. Переход уже на зимний режим. Что у тебя такое? Здесь есть самодельная. Заднего крючка вообще нету. А это мой. Ты украл балансир? Нет, это твой. А у меня отжал. Ну а ты мне повесил его. Ладно. Опа! Хорош! Виктор Весерфак. Поздравляю. Съел. Вот кабан. Хороший. Ну считай, вот. Хороший. С руку. Нормальный такой, хороший волк. Все видно, какой. Можно по тем же самым лунтам опять через определенное время подходить и, в принципе, опять поклевывать. Ну, то ли окунь разбивается, видишь, хотя, в принципе, говорят же, что стайная рыба, да? Ну, да. А тут получается, видишь, 1-2, 1-2, 1-2 и все. Так-то окуня тут дофига. Кто не видел, друзья, посмотрите, летом классно мы здесь рыбачили. Июль-август. В том году и в этом. Щуки немного, но есть. Бывает, эти залетные хорошие, да? Вот, друзья. Все, я пошел. Давай я вас сразу поплаваю, мужик. В общем, ну что, друзья, ловим. Время 10 час. В принципе, окунь поклевывает. Не сказать, что прям это клев такой, как на первом льду. Ожидался яростные поклевки. Нет, клев такой. Очень-очень редкий. Ехать
что погода ему не нравится. Сильный ветер. Но мы рады, что мы на первом льду выехали на природе. Что уже что-то поймали, обрылись. Ну, штук 10 поймали мы, в общем. Вот. Сейчас вот решили подойти, разойтись по озеру, поискать его, посмотреть вообще, где он будет лучше брать. Вот, я решил подойти к речке. Думал, сейчас в речушечке попробую. Но тут, друзья, вот такая вот еще обстановка. Да, то есть везде лед. Речечка еще пока что не схватилась. Почти, но нет. Почти, но нет. Вот, рисковать я не буду. Лед есть, но он очень тонкий. Так что вот, сейчас пробурил лунок штучек, наверное, 10. Сейчас с Костиком будем пробовать. Но в одной стороне озера. Викторыч, Серега и в другой стороне. А так все круто. Классно, мне нравится. Костян тоже вон балдеет. Шоколадку кушает. Ты что там, шоколадку кушаешь? Стоит рыбак. Есть, друзья, еще один на чертика. Долго не мог подобрать оснастку. Пробовал и на бокоплав, и на ратлина пробовал, и на балансир, и на червя с мормышкой, с отвесной блесенкой. Вот сейчас поставил чертика черного и два окуня уже вытащил. Поднимаю вот одна такими вот движениями. Выше, 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 выше. Пока поклевки не будет. Окунь сегодня крайне капризный. Есть. Небольшой, друзья. На живца пойдет. Короче, вот, друзья, такой улов. Пол пакета окуней. Окуньки такие зачетные, хорошенькие. Вот. Но он сегодня капризный, наверное, погода ему не совсем подходит. Открылись, да? Да, да. Открылись, самое главное, что открылись. Да. Круто, блин, вообще. Походить по льду. Обалдеть, подышать свежим воздухом. Выходной праздничный день. Класс. Впереди, блин, вся зима. Вся наша. Жесть будет. Легко не, конечно, рановато. Леха, давай быстрее приезжай. Полетим. Ну блин, уже охота. Владимир Викторович тоже. Ну как? Отлично. Главное запостить. Не запостил, значит, не было. Что тут происходит?
кому хорошо, так это Костяну здесь. Ну, да. Полный рост еще с запасом. Ну что, Серега? А что, где твоя большая кружка? Че, я думаю, офигенно мы сегодня сгоняли. К сожалению, к великому даже сожалению, уже нифига не первый лед. А лед уже такой ближе к зимнему уже, да? Можно так сказать. Ну, сантиметров если 8, да? Но это уже надо полагать. Обычно выходили в 3-4 сантиметра, уже начинали там что-то экстремально там как-то ходить, как-то побаиваться. Ну тут, в принципе, просто взяли и порыбачили. Думаю, неплохо сегодня обловились. Вот совсем неплохо. Для чисто так пробы, так сказать, да? Сегодня у нас еще миссия же была катать УАЗик. Сегодня мы тачку как бы, так сказать, что поставили на ход. Сейчас мы планируем всю зиму и эксплуатировать. Что-то жестко во всех условиях. Посмотреть, как резина, как ходовая, как мотор. В принципе, пока все нормально, да? Фу, все работает, все четко. Везет хорошо. Вот. Дальше план у нас что? Грандиозный план у нас на зиму, да? Ну, как обычно. Сейчас, следующая неделя. Уже охота. Уже охота поехать. Сейчас, к сожалению, всего один выходной. Да, или последняя неделя. Выходные уже охота куда-нибудь сгонять. Где-нибудь половить. А на следующие выходные, наверное, поедем уже дня на 3, на 4, наверное, соберемся. Там у нас у всех отпуск. У всех отпуск. Неожиданно. Да, неожиданно. И мы, наверное, сползанем на грандиозную рыбалку. Там будут танцы, рыба. Там будет приписка 18+. Поэтому круто порыбачим, побалдеем, надеюсь. Костян, братаны, Костян напрягся. Так... Да-да, братаны потянут у нас в Тюмени. Вот, и толпой собираемся поехать. Смотрите, будет круто. Ну, ты, конечно, заинтересовал всех, походу. Ну, а как? У нас мало таких рыбалок было, 18+. Ну, что ты, Костян, скажи, что там, пускай подписываются. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчики, где мы там клёво. Вот, всё чётко.